Дорогие и уважаемые друзья, мы, жители Поворинского района, от всей души хотим выразить слова поддержки и благодарности нашим солдатам, воюющим против фашизма и жестокости, которые 8 лет истязали мирных жителей Донбасса. Не передать никакими словами те чувства, которые сейчас в сердцах от того, что родные наших бойцов не находят себе места и не спят ночами, от того, что наши русские солдаты гибнут во имя мира, как это было в Великую Отечественную войну. Мы понимаем, что никакие слова поддержки не утешат сердца матерей, чьи сыновья сейчас находятся в горячей точке, и не успокоят сердца и души их близких. Но мы все должны понять, что иногда без применения силы не может быть мира на этой земле. Такова реальность нашей жизни. Поэтому наше правительство, которая использовала абсолютно все способы мирного урегулирования конфликта, пошло на такой отчаянный шаг, послав сынов нашей Родины для спасения людей. И мы полностью поддерживаем в этом решении нашего президента Владимира Владимировича Путина. И считаем это абсолютно необходимой мерой, с помощью которой жители Донбасса и всей Украины вздохнут воздухом свободы и справедливости. Мы, жители Поворинского района, очень сочувствуем и сопереживаем мирным жителям Украины и Донбасса, которые не эвакуированы и постоянно находятся между жизнью и смертью. Многих из них нацисты сделали живым щитом и трусливо прячутся за их спины. Многие беженцы Донбасса, которые оказались у нас в районе, приехали с маленькими детьми, успев взять минимум одежды. И это очень страшно, когда ты остаешься без своего крова, без родных, бежишь со своей родины, потому что там война, потому что там боль и смерть. Дорогие жители ДНР и ЛНР, мы с вами, и вы в полной безопасности. Обращаемся ко всем жителям Украины. Поверьте, когда наши солдаты вместе с солдатами Донбасса освободят вашу страну от нацистов, то все восстановится в кратчайшие сроки, и вы снова будете жить в мире и согласии. Уважаемые жители нашего района, сейчас в трудное время, помогая нашим беженцам, сопереживая всем пострадавшим в этой войне, мы объединяемся. И пусть наше сплочение добрых сердец поддерживает и согревает своим теплом и дальше наших братьев и сестер, у которых на родине страшная кровопролитная война. И от всей души мы желаем всем нам скорейшей победы и мирного неба над головой. А сейчас от всех жителей Поворинского района во имя мира и победы этот музыкальный подарок. Люди мира, на минуту встаньте! Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон. Это возродилось и окрепло. Гуле праведная кровь. Это жертвы ожили из пепла и восстали вновь, и восстали вновь, и восстали, и восстали, и восстали. Тысяч заживо сожженных строятся, строятся в шеренги к ряду ряд.
национальные колонны. С нами говорят, с нами говорят. Слышите громовые раскаты? Это не гроза, не ураган, это вихрем атомным объятий. Стонет океан, тихий океан, это стонет, это стонет тихий океан, это стонет, это стонет тихий океан. Люди мира, на минуту встаньте, слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон.